там находится. Попробуй ее отключить, чтобы мы смогли ее исследовать. Послушай, Меченый, прототип не сможет долго защищать от сильного излучения. Я предусмотрел такой случай, поэтому когда ты попадешь под сильное воздействие, включится таймер. Когда время истечет, прототип перестанет тебя защищать. Будь осторожней и не забывай про таймер. Ну что ж, всем привет, с вами Экстриан. Я начинаю проходить народную солянку с объединенным паком 2. Это уже 25-я часть, и сейчас начнется самое крутое, так сказать. Так, надо кинуть гранату, которая нас сильно не зацепит, и кинуть ее аккуратно, так. Зацепила нас незначительно, это и требовалось. Так, теперь сдвоенную. F1 забросим. Тут уже нас поджидают очень интересные люди. Ну как люди, не люди, но все же. Так, последнюю гранату кину. Ой. Да, тяжело сейчас придется, ну что ж поделать. Так, пробую. Так, проник куда надо, его снова зацепил. Отлично. Ой. Неплохо я так с ними расправился. Так, ну с этим товарищем у меня попозже свои терки будут. Так, а вот и они, кстати говоря. Ура, не приходит одно. Ладно, насчет документов Акима, тайников коллекционера потом. А сейчас самое главное разобраться с текущим заданием, так сказать. Отлично. Пока что все идет как-то более чем хорошо. О. Опа, а что вы здесь забыли, товарищ Снорк? Так, кто-то уже там постреливает, шальной какой-то. Так, где мой ящик? Вот он. Ничего нет, к сожалению. Ну ладно. Патрончики. Ничего. Винтики. Патроны, винтики. В основном так, по мелочи тут лежит. Ничего толком хорошего нету. О. А вот. И то, что я и подразумевал под словом интересное. О, кристалл. Отлично, он нам потом пригодится. О. Осторожно. Так, может, гранатку туда кидать? Четыре обоймы Гаусса. Для Гаусса. Стучаться в личку Шури Кравченко. Ни хрена, а где ты Гаусса раззабыл, дружище? О, теперь самое интересное пошло. Так, надо сейчас кидать такие гранаты, которые еще будут на верхнюю область действовать. Так, сюда гранатку кинем. Так. Внимание, вот туда. Критическое излучение. Немедленно покиньте опасную зону. Внимание, критическое излучение. Немедленно покиньте опасную зону. Ну нифига себе. Какие-то они жесткие слишком. Вот это да, блин. Так, попробуем их гранатами закидать. Внимание, критическое. Первая пошла. Немедленно покиньте опасную зону. Сейчас вторую. Внимание, критическое излучение.
излучение. Немедленно покиньте опасную зону. Ой. Немедленно покиньте опасную зону. Фига, они через стенки даже действуют на меня. Та-та-да. Так, а это еще как? Вон зом. Зомбарёк. Ой. Слушайте, ну это уже вообще что-то запредельное. Какое-то запрещенное, блин. Они используют. Через стенки даже видят. Фига, ну удаёте. Так. А если я вам воронью накину? О, да, кинул. Вообще прохода не дают. И как же мне с вами бороться? Надо думать. Думать надо. Так, из гранат у меня что осталось? Электричка. И все. Ну, зашибись. Внимание! Критическое излучение. Немедленно покиньте опасную зону. Внимание! Критическое излучение. Немедленно покиньте опасную зону. А, кстати, а я ж еще у Сахарова купил вот заряд для М209. Вот они сейчас пригодятся. Блин, только все гранаты уже выкинул. Половина, конечно, никуда ушла, но что поделать. Так, где ты там, гад? Внимание! Критическое излучение. Немедленно покиньте опасную зону. Внимание! Критическое излучение. Так, вот он один. Покиньте опасную зону. Ой. Блин, сильные гады, однако. Тут, блин, все, по-моему, виды контролёров. Мне бы их сфотографировать бы как-нибудь, но... Надо же с 5 метров вроде фотографировать, а как их тут сфоткаешь-то? Так. Примочил одного. Ага, всё, вас понял. Слушайте, когда они вот такие макары делают, можно еще аптечки юзать в эти периоды. Так, о, у меня уже аптечки на исходе. Внимание! Критическое излучение! Немедленно... Оу-ху-ху. Нифига я себе. Что это я такое сломал там? Внимание! Критическое излучение! Немедленно покиньте опасную зону! Какие-то баночки, скляночки полетели в дребезги. Немедленно покиньте опасную зону. Блин, контролёришка этот. Грёбаный. Внимание! Критическое так, излучение. Так, вроде убил. Немедленно покиньте опасную зону. Ну что ж, давайте тогда... Ага, убил. А не всех-то я убил. Пробуем. Не, это была плохая затея. Совсем плохая. О, все вижу. Откуда они тут шмаляют мне? Блин, ну мне на вас так и подствольников не хватит. Критическое излучение. А, вот он. Немедленно покиньте опасную зону. Внимание! Критическое излучение. Немедленно покиньте опасную зону. А, вот он бегает. Гаденыш. Внимание! Критическое излучение. Немедленно покиньте опасную зону. Если бы еще в глазах не доводилось. Так, вроде убил. А, не, ни хрена не убил. Жив еще гад. О, кто-то тут болтает еще. Обалдеть. Гад ты такой, как мне тебя убивать? Они же бегают тут везде. Попробуй, блин, угадай. Или убил все-таки?
Так. А, вот он. Один. А где еще? Так, вроде бегающего я прикончил. Опа. О, теперь серьезное, походу, началось. Критическое излучение. Немедленно покиньте опасную зону. Да что там не со своим излучением тут? Контролеры орудуют, блин. Целая банда, а ты мне со своим излучением. Внимание! Критическое излучение. Внимание! Медленно покиньте опасную излучение. Зону. Немедленно покиньте опасную зону. Так, контролера вроде прибил одного. Да, конечно, в бинокль смотреть времени особо нет. Ну надо, надо. Так, вроде можно пробираться дальше. Теперь знаю, где еще один контролерик. Внимание. Блин, а давно ж такого не было. Немедленно покиньте опасную зону. Или это тот самый бегающий? Так, этот мертвый. Этот вроде тоже мертвый. Кстати, меж ПНВ имеется, что и как. Лох тут бегаю, грубо разжаясь, блин. Так, давайте сейчас сбросим время. Внимание. Будем попутно отключать установку. Немедленно покиньте опасную зону. И заодно от контролеров избавляться. Так, видите, тут, в принципе, нормально. Жить можно. Ага, все-таки контролер это была не зомбарь. Ошибался я немножко. Критическое излучение. Немедленно покиньте опасную зону. Ну, вроде со всеми контролерами справился. Так, офицеру тут не надо ничего сообщать. Как-нибудь без них тут обойдемся. А где ты мочить собираешься? О, все, не надо никого мочить. Отдыхай лучше. Установка 112 разблокирована. Сообщите офицеру безопасности. Папа уже не вернется никуда. Так, еще уже не отключил какую-то. Так, на этом уровне все и готово. Вот, давайте так спустимся. Так, ну это слишком, по-моему. Так, а время тем временем заканчивается. Ну, я думаю, мне времени хватит, но все-таки давайте обновим. Все-таки тут таким... Все-таки можно тут таким пользоваться. Извиняйте за тавтологию, но, блин. Есть косячок небольшой. Все. Так, теперь надо... Ой. Ой. Вот это уже не совсем хорошо. Так, давайте винтовочку возьмем. Дробь мне еще пригодится. Поэтому экономьте лучше. Ну, хотя у меня больше картечи, чем дроби, потому что картечь, она такая более эффективная. Так, тут нету. И здесь вроде все. Нормально. А где же эти зомбари-то? Так, чтоб нас
эти зомбари не спалили, выключаем фонаричек и направляемся в сон. Ну, типичная довольно-таки сцена. Пропустить вроде нельзя, но и не надо. Если это так важно, почему же ты не объяснил, зачем ты идешь туда? И как тебе удалось сделать эту фотографию? Ты даже не представляешь, где я был и что я там видел! Ох, Стрелок, лучше не лезьте туда. Держись, сынок. Я о тебе позабочусь. Все будет хорошо. И куда ты теперь? Север. На север. Ух ты, несколько заданий. Взять документы, полученные задания, найти артефакты стрелка, повторить фото и обновлено задание. Так, тут зомбари появились еще. Так, один готов. Один на низу. Так, еще где-то двое тут зомбарей ходят. Ну ладно, хрен с ними. Самое главное, вот подай призрака, не забудьте забрать. Ну что ж, теперь начнется серьезная заварушка. Только гранат у меня нету. Ну, теперь имеется одна. Так, и еще одна граната. Они нам будут нужны для следующего момента. И сейчас вам покажу. Так, Контролевич тут выскакивает, Полтергейст и все остальные. Так, а вот сюда можно и гранатку шпульнуть. Так. Куда-то собрался, господи. И не надо тут пищать. Так, будьте осторожны, гранаты сохраняем для вот этого момента, потому что зомби у нас взрываются. И чтобы у нас не получилось вот этой глупой смерти из-за взрыва зомби. Да отдай ты мне оружие, проклятый. Ой, гинеколог. Так, перестреляем сейчас. Вот про это вам говорил. Ой. Чуть не убил. Так, что тут? Калаш в воздухе подвесил. Так, зомби-баба говорит мочи, блин, мужским голосом. Это вообще адекватное состояние или нет? Для зомби. Опа. Или это эти пищали так? Так, ну все, убил. Ну, вроде убил. Ой, а тут еще ты, я про тебя совсем забыл. Да блин, тут хрен приугадаешь, когда ты... Готов. Что ж, еще тут такие экземпляры имеются. Так, ну с подствольника стрелять не советую. Потому что очень большой радиус осколка из подствольных гранат. Поэтому не советую. Так, вроде бы чисто.
Ну что ж, теперь давайте разберемся. Вот дипломат фаната. Потом попозже занесем. Далее, что я хотел показать. Где-то здесь должен быть рецепт. Кстати, еще один безуар. Хочу отметить. Так, и вот он, призрак. Где же ты, стрелок? Черт. И доктор неизвестно где. Как бы мне пригодилась сейчас их помощь? Вернусь в задание, обязательно найду проводника на кордоне. Повезло призраку. Все-таки не добрался он до двери раньше контролера. Жалко призрака, ну а что ж поделать. Ну на самом деле, хоть и печальная новость, но ладно, не буду говорить. Как-нибудь потом расскажу. Ну что ж, теперь давайте искать тайник коллекционера и арт-мод. Точнее, записочка с арт-модом, которая здесь находится. Сейчас вам все покажу. Кстати говоря, хочу вас удивить. Тут у меня получилось прям два в одном. Вот он. Документ. Я думал, что это рецепт, но на самом деле рецепт будет чуть-чуть попозже. А это документ номер 4. Еще один затертый документ. Все они похожи. Пойди разберись, что к чему. Это документ Акима. А вот тайник, который я покажу. Нужно встать на краешек и взглянуть на крышу вот этой вот будочки, так сказать. И вот тут мы находим артефакт сияния, листок блокнота с наводкой на дикую территорию и супергаусс-патрон. Забираем. Ну что ж, теперь будем возвращаться. Выход из лаборатории находится, где лежит у нас мертвый призрак. Там недалеко есть дырка в полу в одной из комнат. И туда спускаемся, и там будет переход на янтарь. Ну что ж, встретимся тогда уже с вами там. Еще одну очень интересную новость вам покажу, расскажу, а точнее тайник. Ну что ж, встретимся тогда уже с вами в этих, так сказать, я даже не знаю, как сказать, подземные коммуникации лаборатории. Вот так вот. Ну что ж, я уже спустился. И теперь давайте начнем. Для начала дойдем до самого конца этих тоннелей. А там уже начнем разбираться. Сейчас я быстренько это все пробегу. Уходи отсюда, мужик. Так, вот первое, так сказать, наводочка. Вот, торговец противогазами. Это, наверное, мне дали за то, что я снорков перебил определенное количество. Братан, а что-то не сгорел. Живучая зараза. Так, сталкер какой-то тут шастый. Ай, какой-то сталкер. Зомбарь обыкновенный. Не, ну вы видели это чудесное появление. Уходи, пока цел.
Так, а вот и главный гость нашей программы. Блин, зацепил, гад. Не успел увернуться. О, все, готов. Блин, с этими мутантами я скоро все патроны истрачу. Ой. Мне аж страшно стало. Так. Так, так, так. О, кошечки. Не одна даже. О. И еще одна. Ну вот, я добрался до выхода, и теперь давайте обо всем по порядку. Чтобы найти тайник с телепортом на янтарь, да-да, именно телепорт и на янтарь, нам нужно сделать следующее действие. Так. Кто-нибудь, помогите! И теперь нужно действовать по логике и своей интуиции. Так, я сохранюсь, конечно же. Так, нам нужно найти вот этого сталкера. По всей видимости. Так, нет, по-моему. Не то место, которое надо. Что за черт? Так, что за черт? Так. И вот тут самая главная подсказка, хочу отметить. Блин, вертолеты мешают, зараза, ну ладно. Что ж поделать. Вот тут самая главная подсказка, находить вот такие места интересные и слушать звук. Потому что благодаря вот этим звукам можно определить то, куда надо идти. Так, аккуратненько. Все, пошли. Так, где-то тут должен быть какой-нибудь моторчик такой. Вот он. Так. Очутились мы в том месте, где мы в скором времени должны быть. А вот он, тайник. Стой! Но стоять мы не будем. Так, вот такие страшные звуки. Не идиоты кругом. Да, не идиоты кругом вообще, что творится. Кстати говоря, вот этот товарищ, который с нами говорит, нам и устроил это все испытание. Если мы его пройдем, то мы получим свой телепорт. Так, одни дураки кругом. Видимо, теперь надо подойти к этому трупу. Фу, ну и гадость. Так, гадость. Тут имеются трупы. Что-то вот наподобие такого. Так, ну это гадость, но не та. Хорошо, сейчас найдем. Где же эта гадость может быть? Так, а вот вроде еще одна гадость. Так, звук огня. Вот, видимо, надо идти туда, где этот огонь, собственно говоря, и пылает во всю Ивановскую. Вертолеты там бушуют. Не хотел бы я попасться им на глаза. Так, вот с огнем надо поаккуратнее, мы от него еще схлопотать можем. Так. Так, не получилось. Так, телепорт. О, отлично. Не спать! Да как... Я как бы и не собирался. О. Блин, как же его достать? Да, это довольно-таки интересный момент. Как же его достать? Еще кошак тут меня замучил. Так. Куда же теперь идти? Как же нам его достать? Надо, наверное, опять какой-нибудь решетке прильнуть. Так, ну вот, например, к этой. Нет, ничего. А если к этой?
Тоже ничего. Так, а что же делать? Так, мне кажется, наверное, надо вернуться в самое начало. Не знаю почему, но что-то в этом есть. Ну что ж, давайте тогда попробуем. Все равно, как бы, вариантов у меня не густо. Ничего другого не остается. Ой. Ну нифига себе. Так. Не пойму. Вон труп сталкера. Блин, опять тупик, что ли? Да подойди же ты ближе. Ну хорошо. Ух ты, обалдеть. Так, ну вот уже становится лучше. Не надо, наверное, я не знаю, побаиваюсь немножко. Ладно, забрали телепорт. Ты заслужил это, засранец. Ты заслужил это, засранец. Прикольно, прикольно. Ничего не скажешь. Ну что ж, мы ради этого телепорта немножко попотели. Поэтому засранец заслужил свое.